Настоящие герои всегда идут в обход. Ну да, кварцевая желёха. Вот и этот вала. Так, коренник, конечно, там. Конечно же, там, среди лягушек и клещей. Черт. Высоко лететь-то. Вау. Вот примерно такой материал. Да хватит вам кусаться. Фу. Вот тоже. Не было сил унести, наверное, кому-то. Вот тоже какая-то небольшая щеточка. Ну вот, если кто жилу кварцевую найдет,
увидите начало минерализации. Вот что такое. То есть кристалликов еще нет, а уже такое поведение в жилке. Значит, копайте дальше в правильном пути, товарищи. Не остаться бы тут в этой чаче. Это уже окатанный кварчик. Земля играла. Откачивать надо и работать. Или осени ждать. Может быть, не будет воды. Ну что ты там царапаешься? Вот видите, ручейники даже тут есть. Печули, живи, родной. Фу, ну да ладно, надо брать кайло. Кстати, один из способов перемывки отвалов. Хорошо, когда лужа рядом. Ведерко бы еще так вот побрызгал. Вот что-то появляется. Так не видно. Водичкой побрызгал, и хрусталь, он, видите, он поблескивает сразу, его видно. Берете так, раз, размазали глинку. Так. Если грани гладкие, к ним ничего не пристает. Хорошо видно. Ну, туда можно. Жаль, ведра нет с собой.
Кварчик, кварчик. Булдыганы их бы обрезать, конечно. Станок нужен. Да и таскаться с ними тоже. Интересно, конечно, и с отвалом заниматься, но надо идти смотреть, где же жила-то идет коренная, чтобы хорошие экземпляры найти. Хватит вам кусаться.